После того, как ты продолжительное время записываешь одни только лишь реакции, не особо, так знаете, не прикасаясь к микрофону, там, не открывая доп. Аудишн, не записывая, не озвучивая что-то, ты начинаешь ценить вот эти вот микромоменты, когда можно озвучить какие-то ролики по Black Rush, потому что именно они дают тебе новую силу, новые какие-то эмоции, новое вот это вот вдохновение или вроде того. Я не знаю, как это еще можно назвать, но если бы вы, допустим, были каким-то таким вот человеком, который занимается роликами на YouTube или там озвучкой какой-то, или вроде того, когда бы вы делали что-то очень простое по типу реакций, которые снимаются буквально там, я не знаю, за 2-3 минуты, вы бы начали ценить вот это вот озвучку. Вот это вот дело под названием озвучка, я хотел сказать. И сейчас я прям вот максимально, так знаете, смотрю на вот этот вот пики, или как вот это вот все называется, в Adobe Audition. В общем-то, на эту всю полоску, на вот эту вот всю линейку, на которой есть вот эти вот все, знаете ли, диаграммы, которые показывают, как громко, насколько громко ты говоришь. Вот я на все это смотрю и наслаждаюсь буквально всем этим процессом. Но давайте сразу же перейдем к новостям и не будем тут о чем-то вот этом вот обо всем лишнем говорить и рассказывать, и делать все прочие вещи. Давайте уже сразу перейдем ко всему этому. Новый сервер Black Rush под названием Platinum откроется уже завтра в 12:00. Это закрепит проект в топ-1 среди всех GTA-са мультиплееров. Ну, не сказать, что прям среди всех GTA-са мультиплееров, потому что немного, так знаете, по-моему, попозже, после вот всей вот этой вот Black Rush, после их 17-го сервака, открылся 17-й сервак на Arizona RP. И, в общем-то, я думаю, что по онлайну они, так знаете, сравниваются более-менее. То есть Arizona RP, как лично я понимаю, отставать от всей вот этой вот Black Rush не хочет. И для меня, знаете, всегда вот такое удивление происходит, когда Black Rush вот анонсирует какой-то новый сервак, анонсирует обновление, анонсирует все вот это вот прочее. И когда вот они все это откроют, и когда сервак потом по итогу забивает вот этим вот всем онлайном, я нахожусь просто в каком-то жестком шоке, говоря о том, что, чуваки, ну, а когда это все прекратится? То есть, мне так кажется, что вы можете открыть еще, я не знаю, серваков 20, и все они будут забиты, у вас там будет, я не знаю, 37 тысяч онлайна только на одной вот этой вот вашей Black Rush. То есть, ну, я чисто физически не понимаю, как возможно постоянно вот открывать проекты, вернее, открывать новые сервера на одном проекте, и чтобы все это было настолько удачно. Я в целом не могу все это представить, то есть, как вы всего этого добились? Я понимаю, что у вас все ютуберы, что у вас там Малфой, что у вас там какие-нибудь там Артур Митинг, Карлик Вор Шоу и так далее, там от ТВ Лайк Геймс канал и так далее. Я понимаю, что вы закупаете абсолютно всех ютуберов, которые маломальски связаны с мобильными вот этими всеми серверами, проектами. Кто-то там, возможно, ради того, чтобы там, я не знаю, набрать какие-то просмотры, записывал гайды о том, мол, как скачать там GTA Samp на телефон, на вот Android, ваш смартфон, на все вот вот прочее, и потом они такие типа, вот, да, у нас все вот так, у нас все так, и типа вот вроде того. И сейчас я когда вот на все это смотрю, я в очередном шоке нахожусь, когда Black Rush будет открывать 20-й сервак, я такой типа, я уже просто ничему не удивляюсь. Вот запомните мои слова, когда Black Rush откроет 20-й сервак, если мы еще с ними как-то будем сотрудничать, так знаете, более или менее, потому что просмотров у меня уже очень мало, меня никто не смотрит, потому что ролики абсолютно такие, знаете, постные, абсолютно никому не нужные, и, в общем-то, все их смотрят только из-за того, что, а, да это ж Данька, это же ZDS, надо его поддержать, а то там, знаете, уже деньги ему перестанут платить, он что делать-то будет, уйдет, что ли, от нас или нет, в общем-то, все вот подобными вещами занимаются. Однако, сегодня, я думаю, что на этом уже все. Как вы можете понять, я записываю и выкладываю данный видеоролик, когда сервак уже успешно открылся, когда все это уже произошло, и когда, ну, я думаю, что вы уже все наслышаны обо всем этом и играете на уже всем этом 17-м серваке. Вот только представьте, я приходил на Black Rush, когда было всего там 10 серваков и открывался 11-й, а сейчас открывается уже 17-й, я в шоке от того, как это все происходит. Я в глубочайшем шоке, однако, я играю на 11-м серваке Indigo. Это, ну, 11-й сервак, как уже было понятно. Вводите мой никнейм Данил КПРФ при регистрации на данном сервере Black Rush, а также скачивайте лаунчер Black Rush по ссылочке в описании, вводите мой промокод хэштег ZDS на, по-моему, втором уровне и получаете много всяких разных привилегий, возможностей и всего-всего прочего. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока и до свидания.